Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас 9 апреля 2022 год. Как видите, у нас снег уже практически весь сошел. Там вдалеке уже зацветает мать и мачеха. Ну, сегодня речь пойдет не об этом. В общем, нашел еще одну причину повышенного расхода. Ну, по крайней мере, на автомобилях ВАЗ. Проблема кроется вот в чем. Имеется у нас вот такой датчик от Сорбера. На колене он находится вот здесь, за воздушным фильтром. Сейчас покажу фишку. Вот это уже новая фишка, новая гофра. Вот старая фишка. В общем, смотрите, какое дело. Вот этот провод, он какой-то из них переламывается. Вот этот, в частности, зеленый провод у меня, зеленый-желтый, держался на одной волосинке. После чего, когда я снимал тут патрубки вот эти, ну, что-то я делал с манипуляцией с этими были, задел нечаянно этот провод. И у меня начали иногда появляться ошибки 400 какая-то. В общем, высокие показания датчика чего-то там, не помню, короче, название. В общем, после того, как я поменял этот провод, все скрутил, все там тщательно сделал, все классно. В общем, машина стала работать ровнее. И расход уменьшился значительно. То есть по трассе я еду прям вообще нормально. По трассе расход маленький. Так что, ребят, у кого, если возникает такой вопрос по поводу увеличенного расхода, и если у вас все остальные показатели в норме, обязательно смотрите вот эту фишку, вот этот провод. Если там плохой контакт, то она связывается с ЦБУ и занижает подачу топлива, я так понимаю. Потому что она видит маленький проход воздуха, адсорбер, короче, этих газов этих, рециркуляции. Вот. Ну, это моя теория. Но, по крайней мере, после замены этого кабеля, этой фишки, все стало в норме. Расход уменьшился, машина стала работать мягче. Так что, ребят, пробуйте, у кого, если есть такие проблемы, и будет все нормально. Ну, а на этом пока что все. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока.